В рамках национального проекта по развитию предпринимательства в области ЖЦУ в период с 2021 по 2025 годы государством выделен грант на сумму 590 миллионов тенге. На сегодняшний день одобрено 124 проекта, направленных на поддержку и развитие местного бизнеса. Большинство реализуемых инициатив ориентированы на создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение качества жизни населения, а также на привлечение инвестиций. Подробнее об одном из данных проектов расскажет наш корреспондент. В 2022 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Лаура Даркинбаева получила государственный грант в размере 5 миллионов тенге. Эти средства были использованы для открытия частного психолого-педагогического коррекционного кабинета под названием «Балажан». На сегодняшний день проект успешно реализуется, а в новом центре сейчас трудится около 15 высококвалифицированных специалистов. Основной целью «Балажан» является оказание комплексной и эффективной помощи детям с особыми потребностями, а также поддержка их семей. Наша главная задача – подготовить ребенка к самостоятельной жизни и изменить его актуальный эмоциональный, интеллектуальный, речевой статус. Подготовить его к следующему этапу, где он обязательно должен быть успешным, самостоятельным. Одной из ключевых особенностей центра является комплексный подход к лечению и развитию несовершеннолетних. Кроме того, учреждение предоставляет возможность обращения к высококвалифицированным специалистам, таким как психолог, логопед, дефектолог, инструктор по физической культуре и социальный педагог. Это позволяет эффективно работать с детьми, имеющими различные потребности и особенности развития. Центр оснащен современной материально-технической базой, что обеспечивает всестороннее изучение состояния ребенка и позволяет оказывать комплексную помощь маленьким пациентам. В наш центр приходят дети с разными уровнями инвалидности и различным социальным происхождением. Мы открыты для всех, кто нуждается в поддержке, и стремимся создать инклюзивную атмосферу, где каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно. Цель моей работы как специалиста заключается в формировании и развитии познавательных способностей и мышления ребенка. На сегодняшний день в центре регулярно проходят занятия около 70 юных пациентов. Своевременная и квалифицированная помощь специалистов оказывает значительное влияние на развитие детей с особыми потребностями, помогая им достигать положительных результатов. Мы посещаем этот центр уже месяц, и за это время успели заметить значительные положительные результаты от работы специалистов. Программы, проводимые здесь, действительно дают свои плоды, и мы чувствуем, что развитие и улучшение заметны с каждым занятием. Особенно хочется отметить, что недавно была введена музыкальная терапия, которая стала отличным дополнением к основным методикам. Мы очень довольны подходом специалистов и всем процессом. В прошлом году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства в области ЖТСУ было выделено 89 миллионов тенге. На сегодняшний день в регионе реализовано 18 успешных инициатив, что способствует развитию местной экономики и улучшению социальной инфраструктуры. В этом году из бюджета на государственные гранты для предпринимателей будет выделено 170 миллионов тенге, тогда как конкурс на получение субсидий продлится до конца ноября текущего года. Карина Закриева, Нурай Базархан, Али Куанышев, телерадиокомпания ЖТСУ.